Израиль просто построен определенным образом. Это такой очаг в море, которое заведомо его всегда будет, мягко говоря, не любить. Это могут быть нюансы этой нелюбви. Там кто-то будет его не любить яростно, а кто-то его будет не любить умеренно. Да? Но Израиль всегда и в любой ситуации будет вот, костью в горле в пределах этого региона. И он это понимает. Его стратегия все время – это стратегия осажденной крепости. При этом он понимает, что он как бы окружен превосходящими численно силами того, что для него в любом случае, либо противник, либо недоброжелатель. И он так вот отбивается по принципу, вот на него когда сильно наезжают, он дает такой резкий ответ. И уходит назад в пределах этой крепости, и там отсиживается. Потом он снова из нее вылезает, такой, снова какой-то такой удар. И снова он в нее прячется. Теперь посмотрите, так сказать, на это глазами обоих сторон. Значит, с одной стороны, есть это море, в который он включен, огромное человеческое, которое его как бы в любом случае очень недолюбливает, в ряде случаев просто ненавидит. Да? С другой стороны, есть он сам. Он же хочет жить, причем жить в пределах вот этого ситуационного реагирования. Ну, вот так вот и реагирует, он так и выживает. Он обороняется, потом, так сказать, залезает в раковину, потом снова из нее вылезает и наносит какие-нибудь удары такие. Вот и все. И это продолжается много лет. Никакой там новой агрессивной политики нет. Ситуация для него резко ухудшается. Чем больше она для него будет ухудшаться, тем более он будет становиться, так сказать, жестким. Чем она ухудшается? Всю жизнь у него был один союзник крупный на Ближнем Востоке. И сколько я с ними не разговаривал, они все время об этом говорили. Турция, наш стратегический союзник, Кемаль, офицеры, модернизация, мы вместе, мы против, так сказать, исламизма и так далее. Теперь Турция, которую не приняли в Европу и которая, так сказать, фактически проиграла весь кемалистский проект, начинает судорожно исламизироваться. Она чем больше информизируется, тем больше она как бы, чтобы войти на новенького в некое сообщество, нужно отречься от прошлого. Тем больше она расплевывается с Израилем. Она расплевывается с ним страшно активно, демонстративно. Значит, кто остается у Израиля в регионе? Никто. Окружение завершилось. Если Турция раньше это была какая-то такая дыра, через которую он мог там разводить все остальное, то теперь у него этот круг замкнулся, да? Процесс пошел, как говорил классик. Он, соответственно, тоже на это реагирует тем же единственным принципом, который у него существует. Чем дольше я разговариваю с Израилем, разговариваю с ним все время, тем больше понимаю, что там нет стратегемы. Там место стратегемы занимает такое вот ситуационное реагирование. С точки зрения всего, что связано с тактикой, отбиванием атак, Израиль, так сказать, действует эффективно. С точки зрения всего, что связано со стратегемами, это просто можно развести руками. Непонятно, грубо говоря, в чем идеал, да? Что есть то, вот, закрыть глаза и увидеть, как живет регион. Чего желает там, как в фильме, как говорил, известный депутат Пуришкевич. Понятно было, чего желает известный депутат Пуришкевич, а вот чего желает Израиль, как бы непонятно. Вот, это первое. Теперь нельзя сказать, что этой стратегемы не было вообще. Она была, она заключалась в одном простом очень тезисе. Вообще стратегия – это вещи очень простые. Нельзя говорить, что стратегия – это что-нибудь такое, вот, что там без пол-литра не разберешься, и нужно читать тома философской литературы. Стратегия Израиля – это стратегическое партнерство США. Точка. Есть Израиль, есть США, и есть вот этот мост между ними. Мост очень прочный. Но с годами, десятилетиями он разрушается. Во-первых, его разрушают арабы, которые совсем не так просты, как это кажется. Саудовская Аравия или что-нибудь еще находится в глубоких стратегических отношениях с британской элитой и с другими, так сказать, группами мира. Как бы умма, этот мировой ислам и так далее, не дети. Они в стратегическом плане, вот в плане интриги, политической игры, они, с моей точки зрения, гораздо взрослее Израиля. Они играют по-крупному. У них есть большая игра, и плюс к тому они существуют сами по себе. Они существуют вместе с, так сказать, европейскими элитами. Есть закрытые структуры, там, суфийские ордена и все что угодно. Сложно организованная система, которая ведет свою работу. Когда она поняла, что главное перервать мост между США и Израилем, да, она по этому поводу, так сказать, точит его. И у них есть очень много аргументов, как денежных, так и других. Но это не главное. Советский Союз распался,
необходимость непотопляемого авианосца на Ближнем Востоке как бы исчезла, да? Ну, знаменитое еврейское лобби, которое действительно очень сильное, и все что угодно. Оно же, во-первых, состоит из либеральных евреев, которым Израиль противен, да, и которые от него отмежевываются. Нет, чтобы не было двойной лояльности и всего прочего. И консервативных, которые его поддерживают. Но, во-вторых, все же это с годами. Это уже не та страсть. Те страсти, которые кипели в 70-е годы в еврейском мире, так сказать, земля обетованная, и то, что происходит сейчас, это совершенно разные вещи, да. Это уходит. Есть латиноамериканские элиты, которые входят в большую игру. Есть афроамериканские элиты, как мы видим каждый день по CNN, да, и так далее. Они есть уже, да, и они чужды, так сказать, этим страстям. Происходит изменение сил. Америка производит не 40% мирового продукта, а 20%. Возникают новые большие игроки, Китай, Индия и так далее. Америке нужен ислам. Чем более он ей нужен, ну, как бы, все корректно говорят, исламизм. Но исламизм – это, так сказать, некое слагаемое в неких пределах конфессиональной системы. Чем больше он нужен, тем меньше нужен Израиль. Наконец, ну, какие-то консерваторы, еще Израиль всегда как-то поддерживают, а демократы как-то обычно не очень с ним, как бы, его любят. Ну, как бы, ну, вот пришел демократ, настоящий демократ, ему этот Израиль, как бы, иудею-свинина, он его не любит. Возникло еще дополнительное обстоятельство, согласно которому все это невозможно делать. И Израиль оказался вот в этой стратегической ловушке. Казалось бы, тут главный ум. Но я не буду говорить, нужно ли было высаживаться на корабль на этот несчастный, да? Но я считаю, что если на него надо было высаживаться, то в каске каждого спецназовца должна была быть телевизионная камера. Как бы главные люди, которые должны были высадиться на него, это телевизионщики, да? Первый ролик, который должен был выйти в мировой эфир, это Израиль. Не было же этого. Аль-Джазира переигрывает Израиль в информационной войне. Мы же должны признать этот факт. Что такое для нас Израиль? Для нас Израиль – это несколько вещей. Первое из них – это, понимаете, самое опасное для России – это Бжезинский. Что такое Бжезинский символически? Это союз исламизма и Запада. Нам исламизм, ладно, пусть он, мы с ним можем договориться и все что угодно. Нам Запад, ладно, пусть. Вот когда они вместе, то это возникает ситуация девочки, против кого мы будем теперь дружить. Нам это не нужно. Кто тут главный для нас? Израиль, потому что ему это тоже смерть. У нас есть, сколько бы мы друг с другом не конфронтировали, ситуационный общий интерес, огромный. Мы не хотим схемы а-ля Бжезинский. И это константа. Главный, что и будет не хотеть, это Израиль, потому что для него схема полная смерть. Понятно, да, она разрушает полностью его контакт с Соединенными Штатами, и все. Ну, закройте глаза, представь себе однажды, что Соединенные Штаты проголосуют против Израиля в Совете Безопасности. Что будет делать эта блестящая страна с хорошей экономикой, хай-теком и всем прочим? Она ляжет и как бы разведет руками, да? Правильно? А что она будет делать? Она блокаду выдержит? А как она ее выдержит? У нее есть собственные вооружения, что? Все. Значит, для нее главное держать эту связь, да? Или найти какую-то другую. Но пока что главное держать. А кто мешает этому? Бжезинский. Посмотрите, как он выступает против Израиля. Говорит, там, сбивать их самолеты, если они полетят на Иран. Давить их, требовать принуждения к миру. Вот все это кто? Это Бжезинский. Для нас это опасно. И для них это опасно. Это первое. У нас есть интерес. Второе. Ну, как вам сказать? Нефть. Ближний Восток. Существующая система, увы, держится в значительной степени на высоких ценах на нефть. Высокие цены на нефть, это как бы сильно коррелируется с напряженностью на Ближнем Востоке. Нам не надо, чтобы она зашкаливала, но нам не нужно, чтобы она снижалась до нуля. То есть мы всегда будем говорить. Я говорю здесь как независимый политолог. И мы будем говорить всегда, что нам нужно, чтобы все было стабилизировано до конца. Но, честно говоря, не очень понятно, зачем нам это нужно. В чем тут наш интерес? Ну, можно сказать, что интерес всегда стабильность. Да? Ну, простите, это же все, ну, такие политкорректные лакированные картинки. Это палех. А жизнь, к сожалению, не палех, и мы это все понимаем. И третья вещь – хай-тек. Ну, дай бог, вот надо молиться, чтобы это Сколково или не Сколково, или все эти программы по инновации, модернизации дали нам оружие пятого поколения через 10 лет. А если не дадут? А если ситуация будет ухудшаться? Ну, мы разгромили свою науку, не мы, я имею в виду радикальные реформы определенного времени, так сказать, категорическим противником, которых я был, разгромили их. Что мы построим за 10 лет, неизвестно.
А вот то, что нам нужно оружие пятого поколения в любом случае, и что без него мы окажемся уничтожаемыми, как когда-то мушкетами уничтожали европейцы индейцев с луками, это понятно, и мы же не хотим быть в этом роли. Значит, у нас тоже есть какие-то свои представления о том, в чем тут интересы. Да? Ну, с моей точки зрения, и я убеждаюсь это все время, с каждым годом все больше и больше, главная проблема заключается в том, что в Израиле нет стратегического союза элит, элиты расколоты и нестратегичны, и что он сам не строит себя как государство со стратегемой. Он шел в фарватере большого, великого государства, а теперь он понимает, что ему надо идти самому, понимаете? Израиль может быть маленьким катером, но он не должен быть на буксире у кого-то. Вот, потому что когда канат обрубят, а его рано или поздно обрубят, будет плохо. А тогда вот те факторы, о которых я говорил, исчезнут. Исчезнет, так сказать, ну, такой противник связи радикального ислама с Америкой, исчезнет фактор повышения цен, и исчезнет вот этот хай-тековский фактор. Это нам не нужно. Поэтому борьба должна, с моей точки зрения, вестись не против Израиля, а за Израиль, с учетом интересов мира и с совершенно правдивыми указаниями на ошибки Израиля. И она должна вестись именно теми средствами и вокруг тех целей, о которых я говорю. Это позиция моя долговременная, я достаточно много там работаю. И мне кажется, что за многие годы я что-то помню.